Такой красивый салатик. У нас сейчас дождик прошелся, все так стало свежо. А была такая духота. Вот курочки у нас такие мокренькие после дождя. Не прятались они никуда. Хотел их загнать, а потом посмотрел, это бесполезно. Они наоборот в дождик, в водичке. Вот бодренько себя чувствуют. Они и сейчас лазят. Хотя сейчас петухи гоняются за курицами в основном. Петухов у меня много. Наверное, больше десятка. Поэтому гоняются. Вот тут они. Я так смотрю, вот это так стоит. Петушок это или курочка. Ну, петушок. И тут петушок. Уже время, 9 часов, по идее, в 10 спать. Почему спать? Потому что свет у них погаснет. Они это знают, что у них свет погаснет в 10 часов. По идее, они все уже должны будут в это время зайти туда, рассесться по местам. Потому что, когда свет выключается, ну, пищу не видно, они ничего не видят, когда без света. Для них темно. Да? Так смотрит, интересно. Что-то у него такие вымазаны где-то в лес. Ну, он помоется. Что ты? Ты уже хочешь в кадр попасть? Он на голос, я разговариваю, он на голос реагирует. Там вот маленькие. Тоже работой заняты, зерно собирают. У нас зерно мы рассыпаем по земле, его по-разному рассыпаем. Главное, чтобы была возможность кушать, а не искать постоянно и не находить. Искать, значит, надо находить. Если ищут, значит, должны находить. Ну, вот такие вот дела.